Социальная защита населения – это праздник развитого государства, проявляющего заботу о своих гражданах. Оказывать помощь призваны специальные люди – это работники социальной сферы. В их честь был создан профессиональный праздник «День социального работника». День социального работника отмечается ежегодно 8 июня на основании указа президента Российской Федерации с 2000 года. Этот день выбран не случайно, ведь именно 8 июня в 1701 году Петром I был принят указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Незащищенные слои населения нуждаются в дополнительном внимании, что может обеспечить человек по призванию соцработник. В нашей профессии случайных людей не бывает. Наши коллеги – это прежде всего те, которые имеют вот огромное, большое сердце. В нашем городе и районе вот уже 25 лет работает Амурский центр социальной помощи семье и детям, в котором бок о бок работают 60 сотрудников с огромным сердцем. Предметом их деятельности является предоставление помощи в виде социального обслуживания несовершеннолетним детям, семьям с несовершеннолетними детьми, отдельным категориям граждан, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в самых различных формах, а именно помощь в улучшении нуждающихся социального и психологического статуса, адаптации в социальной среде, содействие стабильности семьи как социального института, а также установление гармоничных внутрисемейных отношений. Дорогие коллеги, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с Днем социального работника. Желаю вам благополучия, здоровья, процветания и большого удовлетворения от своего труда. Социальная поддержка и защита – это то, что является важнейшим определяющим качество сильного государства. Празднование Дня социального работника у нас – это показатель развития страны. Социальные работники оказывают поддержку малообеспеченным людям, сиротам, инвалидам и пенсионерам, по разным причинам попавшим в трудное положение. И поэтому красный цвет в календаре профессиональных праздников для них – это благодарность общества за их труд, доброе сердце и отзывчивость. Евгения Куманейкина, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».